Здравствуйте, уважаемые друзья рыболовы. Мое видео о самодельной удочке, которую мы шутливо обозвали «Назад в будущее», пользуется достаточным интересом, но за время практики, а уже неоднократно мы выезжали на рыбалку, то есть она отработала прекрасно, но появилось одно небольшое дополнение, которое создаст определенные удобства и как бы закончит конструктивные особенности этой удочки. Конструктивно у этой удочки леска выходит с катушки и идет сюда к сторожку. То есть здесь получается большой угол между стержнем и леской. А для того, чтобы устранить этот недостаток, мы попробуем использовать вот такую булавочку с головкой, немножко отогнутой, и элементарно вводим ее вот сюда под стержень. Легко вводим ее под стержень. Вот таким вот образом. И леска у нас теперь будет с катушки проходить через это кольцо и идти вдоль стержня, что, я так думаю, что создаст определенные удобства. Вот я вставил это колечко и пропустил леску с катушки. Леска очень тонкая, может, ее и незаметно. Но она проходит теперь через колечко и идет вдоль шестика, что исключает прогибание лески от катушки. Это одно ее преимущество. А второе преимущество, за нее можно цеплять мормышку, чертика, все что угодно. То есть не портить рукоятку, а вот в собранном виде она будет иметь такой вид. Я думаю, что это уже как бы окончательный вариант моей самодельной удочки «Назад в будущее». Ну, о достоинствах и преимуществах я уже не буду как бы рассыпаться. Работает она прекрасно, удобная, теплая. Кому-то, кто заинтересовался, может быть, и это дело пригодится. Ну, на этом свое короткое видео я заканчиваю. Если кому-то это понравится и пригодится, я буду только рад. А пока я с вами прощаюсь, до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Буду держать вас в курсе рыболовных новостей, самоделок и всего прочего. До свидания.